Штогод у першую неделю жнивня свое профессийное свято. День чыгуначника отзначают супрацовники стальных магистралей в Беларуси. С этой нагоды у палацы культуры чыгуначника сегодня провели урочистый сход и ушанование передовиков вытворчасти. На мероприемстве побывала наш корреспондент Ганна Каральчук. Стабильность, якость и профессионализм. Белорусская чыгунка – это не только лидер национальной системы перевозок, але и один из наибуйнейших працедавцев в Украине. На чыгунце працую каля 80 тысяч человек, амаль 17% от гэтага лику у гомельским отделении. Для региона это стратегично важное предприемство, тесно связанное с реальным сектором экономики. За полгода гомельским отделением белорусской чыгунки перевезено амаль 6 миллионов человек и 21 миллион тонн грузов. Увеличился объем перевозок нафтопродуктов, химичных и минеральных удобрений и драунины. У пассажирских перевозках особливую увагу надали обслуговыванию пассажиров с обмежеванными физичными махчимостями. Те, кто унес у агульный поспех значный особистый уклад, напередодни профессийного свята отримали узнагороды. На дороге я работаю уже 10 лет. Начинала с дежурной по станции, на промежуточной станции Михалки, затем на этой же станции работала начальником станции, и в 2015 году меня перевели инженером по организации перевозок. Напряженно иногда бывает, может, чуть поспокойнее. Работы всегда достаточно, инструкций много, поэтому всегда приходится быть на страже. Пераемность поколению и профессийные династии – добрая традиция белорусской чыгунки. На урочистостях завсёды присутничают ветераны працы. Сёлета пришли больше, як 100 человек. До речи, и сярод 180 супрацовников чыгунки, которые отримали нагрудные знаки, грамоты и подзяки, так само профессионалы с великим стажем. Амаль 30 годы просвятил чыгунцы наместник начальника станции «Централит» Павел Глинников. Честно сказать, изменилась железная дорога в плане чего? В плане того, что стало больше дисциплины. Сильнее дисциплина стала, наверное, стало более качественное обслуживание, безопасность движения стала лучше, я считаю, даже намного лучше, потому что я работал, начинал с 89-го года, и сейчас это, да, есть разница, прежде всего, безопасность движения, меньше браков, естественно, сейчас допускается в плане, и грузовой работы, я считаю, и в плане, наверное, безопасности движения поездов. У галиновом спаборництве гомельское отделение белорусской чыгунки стало пераможцем у 8 из 25 номинаций. Сярод лидеров – гомельская дистанция громадянских збудаванняў, вагонное депо и транспортная база, жлобинская дистанция шляху и культурно-спортивный комплекс и иншие организации и структурные подразделения. На сцене Палаца культуры яны отримали узнагороды и віншавання от керавництва белорусской чыгунки. Я благодарен сегодня ветеранам, которые заложили фундамент развития гомельского отделения. И сегодня это пример для нас и для молодежи, которая приходит после учебных заведений на новое предприятие. Я хочу в этот праздничный день поздравить всех с наступающим нашим профессиональным праздником, пожелать всем здоровья, удачи, стабильности, мира, добра. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют. Праздник. Ганна Каральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».